Всем доброго времени суток, очередная бандероль из Китая, что-то здесь в коробочке написано электрик. Сейчас распечатаем, посмотрим, что у нас здесь. Далеко не электрик, это еще один лего. Вот такой вот супергерой. Коробочка, как видим, вся помята. Вот он здесь в полусобранном состоянии. Есть карточка и больше ничего нет. Заказывал на сайте GearBest, добирался сюда 4 недели. Стоимость $0.06. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Можно заходить, заказывать. Вот такой вот человек с плащом. Супергерой. Все, в принципе, как на картинке. Повторюсь, сайт GearBest, стоимость $0.06, добирался 4 недели. Ссылка в описании. На этом все. Всем спасибо, пока.